Как зарегистрироваться и начать продавать на Озон в 2023 году? Сегодня в этом коротком видео мы с тобой вместе зарегистрируемся на площадке Озон как продавцы, заполним все необходимые поля и, что самое главное, введем промокод, который даст нам 5000 рублей на рекламу. И это, к слову, одна из самых крутых историй на Озоне, потому что в то время как Wildberries предлагает нам платить 30 тысяч рублей за то, чтобы начать там продавать, Озон дает нам 5000 рублей. На то, чтобы мы начали продавать и наши компании были успешны. А благодаря рекламе Озона это получается достаточно круто, потому что Озон, в отличие от ВБ, не требует кучи отзывов, самовыкупов и так далее. Но об этом будем говорить в следующих роликах, а пока что давай переходить к регистрации. И для того, чтобы ее начать, нам с тобой нужно перейти на сайт Озон Селлер. Ссылка есть в описании под этим видео и промокод также есть в описании под этим видео. Мы с тобой, соответственно, нажимаем на вкладку «Стать продавцом», либо «Войти на самом деле», здесь разницы нету, и у нас открывается вход и регистрация. Мы выбираем с тобой регистрацию, вводим свой номер телефона для того, чтобы, соответственно, по нему мы могли дальше входить. Нам приходит код на наш номер телефона. Мы его также само вводим. И дальше нам просто нужно нажать на то, что мы согласны с условиями. После чего здесь нужно будет ввести ваше имя, фамилию, электронную почту. Давай мы сейчас это сделаем. Нажимаем «Продолжить». И дальше он нам предлагает сделать такую историю. Нам нужно выбрать тип организации в зависимости от того, что у тебя на данный момент имеется. Я же выберу ИП. И предлагает нам ввести ННН. Точнее, просит нас это сделать. Давай сейчас быстрее его найду. И также само вставляю его здесь. Сфера деятельности. Продавец товаров, в моем случае. Ну и здесь он нам пишет о том, какая система налогообложения нам подойдет. Нажимаем «Далее» и вводим здесь название нашего магазина. Я советую вводить все сразу, для того, чтобы в дальнейшем просто тебе не пришлось как-то это все пытаться редактировать через поддержку и так далее. В основной категории я выбираю «Зоотовары». И дальше мне тут категории больше никакие будут не нужны. Количество товарных позиций я в данном случае выберу 0-10. Это не обязательная часть, это больше нужно самому Озону. И дальше нам с тобой нужен будет промокод. Для этого я сейчас перейду в свое же видео, для того, чтобы его взять. И нажму, соответственно, «Показать еще». Копирую промокод, напоминаю, он у тебя под этим видео есть. И нажимаю «Готово». Все. Мы переходим, и дальше он нас, соответственно, просит выбрать систему налогообложения. У меня она ОСН. Нажимаем «Далее». Здесь он уже у нас все самостоятельно подгрузил. Опять же, дальше нам нужно добавить адрес регистрации, где мы находимся. То есть я в данном случае пишу улица. И дом мне только нужен будет. Готово. Все, нажимаем «Далее». И теперь у нас просит написать расчетный счет и БИК. Если у тебя есть ИП, но расчетного счета еще по каким-то причинам нету, то по ссылке в описании у тебя еще так же самое есть ссылка на то, чтобы открыть свой расчетный счет Тинькофф, и тебе будет бесплатно от этого 90 дней обслуживания. Тоже достаточно крутая акция. Что же, я копирую расчетный счет, вставляю его в нужное нам поле, и БИК банка, ну, соответственно, то же самое. Нам нужно его просто вначале найти, скопировать и вставить сюда. Как обычно, нажимаем галочки, которые идут стандартно, и дожидаемся проверки. На этом практически все будет закончено. Там заключение договора тоже достаточно простое. Тебе ничего печатать, подписывать не нужно будет. То есть, по сути, через 15 минут мы можем начать свои первые продажи. А чтобы узнать гораздо больше об Озон, о том, как создавать крутую инфографику, как правильно заполнять товары, оформлять свои первые поставки, подписывайся на этот канал и смотри ближайшие видео. Вообще, этот канал рассказывает много об инфографике и о том, как сделать ее крутой, поэтому за инфографикой ты можешь написать мне в Telegram, для того, чтобы точно изначально не промахнуться, а оформить свой товар правильно, и у тебя пошли первые продажи с первого дня. И о них, кстати, я буду тоже рассказывать в лайве с этого нового аккаунта на этом канале. Поэтому подписывайся, чтобы не потерять и узнавать больше о маркетплейсах. Ставь лайк, если видео было простым и понятным. И пиши в комментариях свои вопросы, отвечу каждому. И обязательно посмотри вот эти видео. До встречи!